Пагутарыць аб высокім і надзённым. Сёння Гомельскую абласную бібліятэку імя Леніна наведалі старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец і народны артыст Эдуард Ханок. Ганаровыя госці не толькі азнаёміліся з работай установы, але і абмеркавалі шэраг актуальных пытанняў з работнікамі культуры. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Визит у галоўную бібліятэку рэгіёна немагчымы без знаёмства з яго жамчужынамі. Адна з іх – мемарыяльная зала Андрэя Макаёнка. Музей сабраў унікальныя экспанаты, якія цалкам адлюстроўваюць жыццёвы шлях народнага пісьменніка, дарэчы, нашага земляка. Мікалая Чаргінца многае звязвала са славутым драматургам. Для мінскага пісьменніка папоўніць экспазіцыю музея уласнымі фота з Макаёнкам – сапраўдны гонар. Абласная бібліятэка ўразіла ганаровых гасцей. Яе насычанасць і шматграннасць не можа пакінуць абыякавым. Вы знаете, я в свое время, где-то в 70-х годах, из Гомеля вообще не вылезал. Но почему-то ни разу не был в бібліятэке. Поэтому я сегодня восхищен этой бібліятэкой, особенно декором ее, понимаете. Вот, поэтому я счастлив. Поэтому, конечно, спасибо огромное Николаю Ивановичу Чаргінцу, который взял меня с собой в поездку. И заодно, видите, познакомился с прекрасным музеем. Оказывается, я не знал, что Макаёнок здешний, и о том, что у него есть мемориальный зал, так сказать. Я так чувствую, что здесь работа идет мощная. Визит Мікалая Чаргінца и Эдуарда Ханка у Гомель долго чаканы для библиотекаров и литераторов. Для деячаў культуры так само. Гэта нагода пагутарыць с людьми об чымсьці важным. Не только об справах у сферы культуры и мастацтва, але и об унутрополитичной ситуации в Украине. Для члена Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь Мікалая Чаргінца эта тема особливо важная. Я просто обязан, как представитель вот, группы президента, остановиться на обстановке сегодняшнего дня. С людьми надо разговаривать, надо их слушать, надо разъяснять. Надо, ну, наверное, поставить вопрос о улучшении работы с молодежью. Мы уже видим это. Мікалай Чаргінец отзначил, Союз письменников Беларуси нацелены на шматгранное супрацовництво с Гомельской областной библиотекой. Это будет тычиться не только музея Андрея Макаёнка, але и інших напрамков деятельности установы. Мікалай Скінціян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».